Фольклорные мотивы, традиции народного декоративного искусства, полет творческой фантазии и воплощение любви к самобытной белорусской культуре. Все это можно увидеть в работах ребят, воспитанников студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Декор». Эта картина называется «Уладар зимы у Пушчи». На ней изображен зубр. Для многих вообще белорусов зубр является символом. И поэтому, чтобы белорусская как-то культуру показать, мы вот создали эту картину. На коллаже можно заметить само рождение Христа, а также звезды, которые делали учащиеся в нашей студии. Это создает ритм, свою такую небольшую изюминку. Они все сочетаются между собой, и сама картина светится. Это не просто выставка, а научно-исследовательский проект, где использован новый подход к изучению белорусской культуры. Прежде чем выбрать его тему, вместе со своим руководителем Нилой Горченюк дети посещали музеи и изучали белорусскую этнографию. Четвертый проект – это «Песни моей земли». Именно выполнен, чем он интересен, что он выполнен в сложном материале. Коллаж – это очень трудоемкий процесс, где потребовалось очень много времени, аккуратности, умения. И дети откликнулись, они проявили свой интерес, заинтересованность. Каждый выполнял свою куклу. И я думаю, что получилась такая изысканная какая-то красота белорусского нашего народа. Центральной частью проекта является триптих «Народные музыки». Он выполнен на простой мешковине. В работе передано несколько строев белорусского народного костюма. На льняную ткань, которая не отбелена, грубое такое волокно, наклеиваются плоские фигурки, которые нам показывают изображение человека. Это вот, допустим, две барышни и два юноши. Дети украшают вот эти вот картонные фигурки, они как бы наряжают их, да, лоскутками ткани. Например, первый, мы видим, что он музыкант, у него перед губами дудочка, вот он одет в такую вот кожушок. Декоративные панно выполнены в технике коллажа с элементами фигуративного искусства. Всего в экспозиции представлено более 40 работ, которые выполнили 10 учащихся. Выставка продлится до 9 апреля. Каждый желающий сможет прикоснуться к творчеству.